быстро проходит сигарета за конфетку. Сигарета? Да, вы кидаете сигарету, берете зеленую конфетку. «Меняю сигарету на конфету». Акция с таким названием прошла на железнодорожной станции Одинцово. Волонтеры Подмосковья совместно с молодежным центром муниципалитета подходили к прохожим и предлагали обмен. За одну сигарету можно получить конфету, а за пачку – большую шоколадку. Очень понравилась эта акция. Считаю, что эту акцию можно запустить по всей Московской области и, в принципе, даже в Москве. Ведь курение, оно убивает. Сам курю, но это, так скажем, хорошо сложилось со мной. Одну сигарету поменял на конфету. Прохожие с позитивом отнеслись к акции, с удовольствием участвовали, и мероприятие заметно улучшило их настроение. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».